Всем привет! Это канал Кей Драма Фан, и сегодня мы расскажем вам 10 интересных фактов об известном корейском актере Ким Сан Боме. Родился 7 июня 1981 года, то есть на данный момент ему 26 лет. Состав семьи: отец, мама и младшая сестра. Был отличником в школе. Любит женщин постарше, в 17 лет встречался с девушкой старше на 2 года. До 18 лет у него было 6 девушек. Самый короткий роман продлился месяц, а самый долгий – больше года. Из-за своего самолюбия он старается быть лучшим везде. Уезжал учиться в Австралию и прожил там почти год. Хобби – играть в видеоигры, слушать рэп-музыку и смотреть фильмы. Берет участие в спортивных состязаниях с футбола и кендо. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также заходите в нашу группу в ВК и оставляйте там свои отзывы и пожелания. На этом все, всем удачи, пока!